Лезгинка в Тляротинском районе. Это не шутка и не название утопического романа. Ее называют достойной горянкой. Многодетная мать Салихат Курбанова уже больше трех десятков лет живет там, где небо и горы, в селении Чудаколоп Тляротинского района. В суровых условиях. Женщина из городского жителя, до переезда в горы она жила в древнем городе Дербент, превращается в селянку. О том, как куется дружба народов и как живется горянке, в специальном репортаже Умы Ибрагимовой. Есть молоко пока, есть. Подоив корову, Салихат Курбанова загоняет телят в сарай. Так начинается каждое утро женщины. Правда, теперь скотина у нее стала меньше. Совсем недавно двое телят Салихат пропали. В этом году у нас в соседних селах были пожары. Ага. Из-за этого дикие животные все собрались вокруг нашего села. И вот двоих телят потеряли в этом году. Салихат Курбанова приехала в аварское село Чудаколоп 32 года назад. По национальности – лезгинка. Будущего супруга она встретила в университете. Сразу после свадьбы молодые переехали в родное село мужа. Привыкнуть к обычаям и менталитету абсолютно другой местности ей было непросто. Жизнь первое время, конечно, была очень трудна в этом селении. Потому что я сама выросла в городе. Дом сами построили. Строить дом, рассказывает Салихат, было сложнее всего. Все приходилось делать самим. Вот в то время было очень трудно, потому что все приходилось самим таскать. Камень, воду, глину. Сами делали раствор, сами поднимали стены. Помощь, конечно, была со стороны родственников. Но было очень-очень трудно. Это сейчас уже... Это в горах все строят дома из шлакоблоков, уже все условия. А раньше было очень трудно в селении жить. Уважать местные обычаи, носить платок, уметь готовить аварский хинкал – это, пожалуй, самые главные требования к невесткам села Чудаколоп. Готовить аварский хинкал Салихат научила свекровь, рассказывает, что поначалу не всегда удавалось. Это у нас в селении такой обычай. Молодые девушки, это невесты, их проверяют на то, как они смогут приготовить аварский хинкал. Если этот хинкал у нее получается хороший, у этой девушки будет и уважение, и авторитет в селе. Если нет, то ей надо будет постараться, чтобы у нее получалось очень хорошо. Теперь это национальная еда для Салихат Курбановой, то, что можно приготовить быстрее всего. Как говорится, набила руку. Проверить, приготовился ли аварский хинкал, не так легко. У каждой хозяйки свой способ. А вот наши хинкалы уже готовы. Я проверяю вот таким прихлопом. Если хинкалы готовы, то хинкал становится очень упругим, эластичным. Вот уже готовы, можно их вытаскивать. Спичечкой протыкают хинкал для того, чтобы они подольше оставались пухлыми. Спасибо. Блюда уже на столе. Ждут гостей. В их числе заловка Салихат Рукият Халилова. С невесткой она сразу подружилась. В начальное время было трудно чуть-чуть. Потом мы с ней уже поладили отношения. И как? Ну, в нормальных отношениях начали. В 7 классе, что ли, когда была я. Когда она приехала. Ну, ходили вместе в школе. Аварскому невестку научил не муж, свекровь или заловка, а старший сын. Когда мать произносила слова «не так», начинал смеяться. Когда она начинала «не так» слово говорить, он помогал ей, исправлял ее всегда, все время исправлял. Ну, не так, мама, вот так надо говорить. Ну, вот так и она научилась по-аварскому. Совсем недавно Салихат Курбанова получила звание заслуженного учителя Республики Дагестан. В местной школе Салихат Курбанова работает более 25 лет. Преподает русский язык, литературу, физику, а иногда и математику. В селе мало специалистов, молодые уезжают. Именно поэтому Салихат приходится иногда замещать коллег, хотя сама она по профессии физик. Хорошо, молодец, сама исправила. Так... Теперь давай объясним знаки трибинала.
Салихат работает в школе уже 30 лет. У своих учеников она пользуется уважением и прививает им желание лучше учиться. Уроки мне бывают очень интересны. Даже если мы что-то не поняли, мы можем после урока подойти и спросить. Она может сделать нам его дополнительно. Айшат Асламбекова – коллега Салихат, по национальности – кумычка. Объединила женщин именно то, что обе в аварском селе были чужими, рассказывает Айшат. Местные жители долго к ним привыкали. Нас некоторое время, даже сегодня, по происшествию, вот уже 39 лет прошло, по происшествию многих лет, все равно вот это слово «чужая», оно все равно слышится. Правда, мы уже давно не чужие, но все равно, забыв, что мы чужие, они говорят «кут исы яшел». Значит, девочки как бы с другого мира, с другого места, с другой территории. После работы Салихат торопится домой, ведь там ее ждет семья – муж, сын, внуки. Так Мухаммад, старший внук Салихат, рассказывает, чем любит заниматься с бабулей. Готовить. Готовить любишь, бабушка? Да. А что вы готовите? Пиццу. Пиццу? Да. Салихат уже привыкла не только к сельской жизни, но и к местным жителям. Женила сыновей, причем на девушках разных национальностей. Именно поэтому в селе семью прозвали интернациональной. Ума Ибрагимова, Лариана Шамхалаева, Тляретинский район, специально для итогов недели. Это были итоги недели по версии нашего телеканала. Все у нас будет. До встречи!